Сегодня у нас выпускной вечер у команды «Шенинг-98». Последние 4 года я работал с этими ребятами и хотел бы сказать, что у нас были и радости с победами, и, как у всех, и разочарования с поражениями. Но могу точно сказать, что от игры к игре, от тренировки к тренировке мы продвигались только вперед в своем футбольном образовании. И в первую очередь мы становились командой сплоченной, с хорошим микроклиматом внутри. Вот. И спасибо вам, ребята, за то, что вы поняли и приняли то направление, которое, как я, тренер, хотел увидеть в нашей команде. А это и быстрая, хорошая, интересная комбинационная игра, хорошее взаимодействие между партнерами, сплоченность, поддержка друг друга. В общем, то мы проявили вот, даже в последнем году на этих серьезных соревнованиях. И тот труд, который мы проявили, не прошел даром. Мы с вами достойно провели его этот сезон и добились хороших результатов как в первенстве России и также в розыгрыше Кубка РФС. То есть, несмотря на то, что как бы подготовка к этому сезону была не очень такая плодотворная, скажем так, но мы себя проявили с хорошей стороны и добились достойного результата в этом финишном году для вас. Вот, и могу сказать с уверенностью, что футбольная школа «Шинник» работает, и юноши ярославские всегда с честью защищают город Ярославль на различных соревнованиях. Игроков 98 года уже, так сказать, понюхала пороха и во взрослом футболе, выступая в третьем дивизионе за молодежный состав «Шинника». И там добились хорошего результата. Для некоторых из вас сезон еще не закончен, потому что группа из 10-12 человек уже будет защищать честь сборной команды «Золотого кольца» в городе Сочи. Надеюсь, что там тоже будут неплохие результаты и желаю вам успехов в этом турнире. Roll a fat, break your neck, quick sign, show what you ask. Different pain, different to pay, but pay was good. If y'all, y'all getting hot, hot was good. The red, red man, the mayor in my neighborhood. The police, even afraid of us. It is time, time for some action. Break your neck, break sign, show what you ask, son. Everybody hit the ball and roll a fat one. That's what I call a brain reaction, 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 reaction. Также выразить большую благодарность родителям наших игроков за ту поддержку, такое взаимопонимание, которое они оказали вот на протяжении всех этих 4 лет, которые мы знакомы. Вот. Всегда чувствовал, что вы вместе с нами, вместе с командой. Спасибо, что всегда хорошо относились к нам,
поддерживали и всегда чувствовали заботу о вас. Также большое спасибо коллективу школы 44 за то, что вот сложности были в учебе и в тренировках, но мы всегда находили общий язык, какой-то компромисс и всегда, в общем-то, выходили из трудных положений. Спасибо большое, что вот ребята занимались и учились, и все вроде как хорошо получалось. Спасибо всем. Вот. А ребятам еще хочу сказать, что пусть та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успеху. Так что только вперед. Спасибо.